Почему мы постоянно ругаем тех, кто ошибается, и забываем хвалить тех, кто просто чертовски хорош? Ты же меня подвез, а мог бы этого не делать. Прошу. А, вот для кого ты машинку взял. Читать надо было, что подписываешь. Да читал я, читал. Удачно читал. Ни машины, ни земли. Простите, а искать-то вы будете, да? Конечно, будем. Помни, это не Москва, варежка не щелкает. Суходольск любит и ждет тебя. А руль это кому? Дай отметку сигнализации. Понимаешь, какая сейчас ситуация в стране? Тёма, запомни, доброе слово и компромат лучше, чем просто компромат. Не я все решаю. И не ты. А кто? Маме кресло завезите, вам же по пути. Да не умрет твоя мама без этого кресла. А если тебе что, папа? Мозги вообще снесло. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни не работал на заводе ПЛ. И штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это...